Всем привет! Меня зовут Лена. Я вчера снимала свое видео, в котором я рассказывала о своей проблеме, делилась ей. Это множественные выкидыши и как я смогла после них выносить благополучно свою долгожданную беременность и родить свою дочку. И сегодня я хотела поделиться информацией, которую я собрала просто по крупицам. Хотела бы остановиться на одном из пунктов, о которых я вчера рассказывала и который тоже очень важный, который я в свое время тоже упустила и пропустила, а он был для меня достаточно весомым. Это диета, которую необходимо соблюдать для того, чтобы выносить беременность. И с чем это вообще связано? Когда-то давно я слышала о том, что действительно для того, чтобы выносить беременность при множественных выкидышах, при определенных заболеваниях, нужно соблюдать определенную диету. Но особого внимания как-то этому я не придала, потому что звучит, если честно, достаточно странно. Диета и выносить ребенка. Ну, я как-то не сопоставила эти факты и пришла к выводу, что нужно смотреть гормоны, нужно смотреть, как работают мои яичники, нужно смотреть мою кровь, клетки киллера и так далее, и так далее. Но на диету действительно я особого внимания не обратила. А зря. Я анализировала свои прошлые, опять же, беременности, пришла к выводу, что действительно в прошлой беременности, как только я узнавала о том, что я беременна, я ела просто огромное количество яиц, кофе с молоком, чай, виноград и так далее. То есть как раз те продукты, которые, в принципе, мне употреблять было вообще нельзя. Итак, поподробнее на этом моменте. Значит, как я вам говорила, что нужно сдать определенный, конечно же, перечень анализов и действовать с грамотным врачом, имея самой какую-то определенную информацию и вникая. То есть вот я для себя после всех этих неудач пришла к одному выводу, что во все нужно вникать. То есть не просто слепо верить врачу, а самой знать, куда ты двигаешься, зачем ты двигаешься и что ты хочешь получить, какой результат. Потому что просто стучась в определенные двери, результата абсолютно никакого не будет. То есть вы должны четко знать, что у вас есть, чего у вас нет и что делать дальше. По крайней мере, у меня был именно такой опыт. И вот когда я лежала на сохранении, я общалась со многими врачами, общалась с девчонками, которые долго лежат, много читала информации. И хочу вам вот именно рассказать ту информацию, которую я почерпнула. Возможно, вы будете знать несколько больше и будете двигаться уже в верном направлении. Возможно, эта информация вам поможет. Значит, таким образом, остановимся на диете и на гомоцистеине. Итак, метионин, он не вырабатывается организмом, он поступает к нам с пищей. Таким образом, употребляя пищу, которая очень сильно богата метионином, мы повышаем количество гомоцистеина. Высокий гомоцистеин влияет на вынашивание беременности напрямую. Поэтому необходимо сдать расширенную гомостазиограмму, по-моему, в России называется это так. Но это в любом случае показатели свертываемости крови и на мутации гемостаза. Если вы увидите, что у вас есть мутации фолатного цикла, там три мутации, не буду сейчас забивать голову вам аббревиатурами, но, тем не менее, если есть нарушение фолатного цикла и если есть мутации в генах фолатного цикла, как я уже сказала, их три, то необходимо как раз обратить внимание на диету и на продукты, богатые метионином. Нужно просто избежать их количества и употребление контролировать, потому что иначе будет очень затруднительно выносить беременность. Причем по статистике, как я прочитала информацию, которую проводили американские и английские ученые, снижается в разы риски прерывания беременности, если беременная женщина снижает количество употребляемого метионина и снижает гомоцистеин. Итак, необходимо снижать гомоцистеин, уменьшая количество продуктов, богатых метионином. Какие продукты конкретно не употребляла я, как я уже говорила? Это сыры, это... Прошу прощения. Это сыры, это чай, кофе, виноград, творог, шоколад, яйца. Вот эти продукты, сейчас еще раз проверю, у меня просто прям записано, как знаете, как молитва. Яйца, орехи и бобовые. То есть эти продукты я не употребляла. То есть что помогло мне действительно снизить гомоцистеин, и я думаю, что тоже помогло в комплексе выносить и беременность тоже.
Поэтому, если вы все испробовали и не можете найти причину, пожалуйста, посмотрите этот факт тоже. Возможно, он у вас тоже есть. Для лечения этого момента и для исправления этого момента, как я уже говорила, необходима фолиевая кислота в виде метилфолата, то есть в активной фазе, а не просто обычная фолиевая кислота. Также витамин В6, витамин В12. Это все я употребляла, гомоцистеин снизила в разы и его постоянно контролировала. Также я вычитала, и врачи мне тоже рассказали о том, что есть такая проблема, как непереносимость глютена. Может быть, когда-то вы видели на продуктах колосок, и он перечеркнут, и написано «глютен-фрай». То есть... Если, опять же, вы причину найти не можете и действительно копаетесь и уже просто ходите по замкнутому кругу, не можете понять, в чем именно у вас причина, посмотрите на этот момент тоже. Потому что, особенно если у людей есть эндометриоз, если есть... синдром поликистозных яичников, раннее угасание функций яичников, то, скорее всего, этот момент может у вас наблюдаться. Также есть момент, который провоцируется тоже при всех этих состояниях, это нарушение всасывания и восприятия фолиевой кислоты. Тоже обратите этот момент, на этот момент внимание, потому что однажды, прочитав информацию лет 5 или 6 назад, где девушка рассказывала о том, что она соблюдала диету и выносила ребенка, ну, действительно, я просто рассмеялась. Рассмеялась из-за чего и... Ну, не могла поверить просто, что такое возможно. Я тут хожу к генетикам, гематологам, эндокринологам, а тут какая-то диета. Потому что просто не было информации. А если есть информация, как говорится, знание вооружает, и, соответственно, вы уже просто понимаете связь, и для вас неудивительно, что продукты могут повлиять на вынашивание беременности. В организме все действительно взаимосвязано. И устраняя один факт, вы можете таким образом... выносить беременность и понимать связь, причинно-следственную связь и что вы делаете, для чего вы делаете. Когда есть уверенность у вас здесь в голове, вы сами прекрасно понимаете, что тогда намного легче действовать. Поэтому я, опять же, от души желаю вам выносить беременность, чтобы детки у вас были, потому что это великое счастье. Сейчас я прекрасно понимаю, что ничего в жизни нет важнее, чем дети. И я вам от всей души желаю, чтобы у вас все получилось. Я от всей души желаю, чтобы моя информация была вам полезна, потому что собиралась она, как я уже говорила, по крупичкам, по частичкам. Ее очень мало в интернете, очень мало врачей, к сожалению, обращают внимание на все эти факты. Они есть, и многие люди, вот особенно здесь, в Германии, доживают до 50 лет, деток так и нет. Заводят себе собачку, заводят себе куклу и возят собачек в колясочках, как деток в маленьких таких. И очень, на самом деле, печально и больно на это все смотреть. Поэтому не упускайте свое время. Чем раньше вы начнете заниматься этой проблемой, чем раньше вы начнете предпринимать все усилия для того, чтобы ее исправить, тем будет легче, быстрее. Чем раньше вы родите ребеночка, тоже будет легче, потому что под 40 лет это уже делать достаточно тяжело. Голова, да, уже осознанная, но физически уже достаточно тяжело, тяжеловато, и уже немножечко возраст, конечно, давит. Вот, поэтому от души желаю вам всего хорошего. Если вам моя информация была полезна и каким-то образом вам помогла, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, я для вас готовлю достаточно много интересной информации, не только в плане вынашивания беременности, бесплодия, но и информации по Германии, по адаптации, то, через что я прошла, по немецкому языку, также про путешествия, много всего, энергии много, задора много, ребенок дает кучу сил и энергии, поэтому подписывайтесь на мой канал, буду всем вам очень рада и благодарна за пальчики вверх. Так что всего вам хорошего, у вас будут детки, я вам это обещаю.